Всем привет, с вами Нильфгорн, и сегодня я буду обозревать такую необычную игру под названием Изле. Сразу говорю, тем ребятам, кто любит английский язык и считает, что нужно снимать, зная английский язык, то, ребята, это не для вас видео. То есть я играю первый раз, я только сейчас вот посмотрел, как управление, настроил, понял, что куда жать. И все, дальше будет вообще, может быть, тупняк какой-то, но, то есть, если вам не нравится, не смотрите. Если вы хотите посмотреть, что это за игра, то, пожалуйста, посмотрите. Поехали. Это такая жанр RPG, то есть, исследование, и песочницы, и крафтить здесь можно, и строить, и кубы есть, и добыча есть. То есть, вроде бы, как все описано, так довольно-таки круто. Вся суть в том, что мы исследуем некоторые острова, соединяем острова. То есть смотрим, я появился на корабле и появился вот это появилось на самом деле. И я думаю, может быть, дальше как-нибудь я, ну... А, вот, смотрите, мальчик-девочка, я создаю персонаж, прикольно сделано, очень прикольно. Графика тоже такая, вот, в любимом моем стиле, по крайней мере. Смотрите, парень такой, о, что-то такое... О, с дыркой в темечке. Хоть, прикольно. Все равно прикольно сделано. Боксинная графика, похоже. Я могу ошибаться. Так, Дрифтер Джек. Здесь есть и квесты, здесь есть и такие всяческие моменты. То есть мне будет довольно-таки тяжеловато в нее играть, потому что, ну, понимаете, что английский язык, все дела. Ух, как все тут ярко. И явно мы... Явно мы в воздухе. И, то есть мы вот на каком-то корабле, то есть видите, вон там он, факел летающий, очень прикольно. Мне, знаете, это мне что напоминает, был мультфильм один про остров сокровищ, только не остров сокровищ, а планета сокровищ, и там тоже корабли летали, такие фрегаты летали в космосе, и было это все очень классно выглядело. Так, я что-то отлично, я добыл волосы. Для лысого человека это реально счастье. Так, я добыл ботинки. Вау, теперь я могу. У меня теперь на Е я, я молиться могу. Смотрите, а на F я бегать, похоже, быстро могу. Круто, круто, очень круто сделано и очень симпатично. Мне нравится. Так, это тоже прическа, и похоже, прическа только женская. Кстати, на букву И инвентарь можно просто эквип, и такой вот, такой нежный человечек появился. И у меня, кстати, вот как раз-таки появился скилл на махать. Смотрите, забавно. Так, а... Ну и ладно, пускай будет тогда так. Прикольно, ребятки, мне очень нравится начало, мне очень нравится, как это все смотрится, и, то есть, как-то все так, так, может, дверь? Нет. Кстати, сундуки открываются просто, вот к ним я подошел, и они открылись. Очень так симпатично. Кстати, я вот, наверное, сделал ошибку, что в самом начале не понизил звук, может быть, звук был слишком громкий, прошу прощения за это. Так, я спустился на какой-то... Остров? Лостров, хотел сказать. Лостров. Так, здесь, смотрите, день и ночь что-то. Чего-то. Вы когда начинаете, здесь появляется история. То есть рассказывается история. Я ее пропустил, даже не слушал, потому что там все... The gods of light. And it needs to grow. Come forward on the island. Симпатично. There is something I want to show you. Ребятки, мне очень нравится. Очень симпатично все сделано. Первый квест, смотрите, new quest. Все очень симпатично сделано. Смотрите, квесты прям так вот можно... Отлично, отлично. Сделано прям в классическом таком RPG-шном стиле. И даже получше, даже вот... Ребятки, мне очень нравится. Графика, понятно, не всем понравится, конечно, так скажем, графы-дрочеры, которым нужно, как в жизни, им, конечно, это уже не понравится, но ребята, которые любят именно такие вот жанры песочницы, такого вида игры с такими графиками, то
вам это самое то. Так, мне вот куда-то туда, главное, говорит, но я вот вижу домик, ну, блин, мечи, кузница, да, кто мимо этого пройдет куда-то туда? Ну, ладно, раз меня посылает, то давайте сходим, конечно же, посмотрим. Там вон какой-то фонтан жизни. Тут вот прям-таки луч света. Ага, джамперс. Ох, нифига себе. Окей. Ой. Чего грузится? А, это похоже просто. What? Я понял. Скорее всего, эти ботиночки дали мне возможность перепрыгивать с... Ох, нифига. Офигеть, рука бога. То есть я делаю... New Quest. Я делаю острова, что ли? Вот это, ребят, было сейчас эпично. Вот мне показывает инвентарь. Все, в принципе... Вот. Все, в принципе... Элементарный... Вот. Прыгать. Понятно, все понятно. Все элементарно, в принципе. По крайней мере, я... Вы знаете, ну, незнание моего... Незнание английского языка, оно мне вот здесь вот совершенно не мешает в том, чтобы разобраться. Это меня радует. Смотрите, сундучок появился или он был. Так, давайте сначала вот в этом здании посмотрим, что. Интересно же. Так, портал куда-то. А вот здесь, собственно говоря, и написано. Портал в какой-то темный мир, смотрите. Вот я, похоже, здесь нахожусь. Меня протанет, похоже, сюда. А может быть, сначала сюда, а потом туда. Черт возьми, я боюсь заходить туда. Ну, тут намекают мне на что-то. Я... Нет, я не пойду. Может быть, квест туда приведет меня. Вот как раз здесь какой-то кристаллик, похоже, добывает сердце. Можно будет сердце восполнить, похоже, если я его потеряю. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Я получаю... что это? А, это... Наплечники. И на букву Г теперь я могу вот так вот делать. Вот это круто, ребят. Наплечники мне дали возможность вот так вот делать. Перекатываться. А на букву... А, на правую кнопку я могу запрыгнуть на предметы. Ага, прикольно. Кстати, это все не так же просто. Кстати, забавные вещи дают каждый. Так, привет. А, как с тобой... А, вот, просто мышкой. Смотрите, можно купить... У меня 0 эмеральдов. Почему-то мне сразу хочется их назвать эмеральды. Ну, то пока вот этих кристалликов 0. То есть можно, смотрите, лук, щит, меч купить. Стрелы, отлично, отлично. Спасибо, спасибо, все, больше ничего не хочу. Так, давайте сердечки. А почему сердечки? Вот, я вижу, что у меня одного сердечка нету, а почему-то не восстанавливается. Ну ладно. Давайте сходим еще в кузню, посмотрим, что вон там наверху. Ребятки, обожаю, обожаю вот так вот, когда вот случайно, ну такое и думаешь, ну давайте посмотрю, типа скачаю, сейчас посмотрю игрушку. И когда вот попадаешь на что-то такое реально интересное. Это, знаете... Подобный вариант был у меня с... Помните робота, который искал растения нужные? Кстати, я в воде не утону. Нужные растения на островах. И он вверх растил росток. Помните? Вот то же самое. Вот из такого же жанра. Так. Блин. То, что я через кусты не могу пройти, это меня пугает. Так. Ну, вот... С бочками, похоже, я сейчас ничего не могу сделать, но я надеюсь, со временем смогу. Так. Кусты я тоже надеюсь, я смогу убирать. Это ж сколько островов-то я, интересно, смогу так вот, таким вот способом поднять. Ух ты, ветер, все дела. Тут у нас овечки какие-то ужасные, конечно, овечки. Да нет, в принципе, нормальные овечки. Я там вот вижу гоблин... орков каких-то, ну каких-то зеленых человеков. И, честно говоря, что-то к ним не хочу приближаться. Давайте вот сюда вот. Во-первых, нажмем Т. Я хочу посмотреть. Терраморфинг, это что-то не то. И вот, а, вот. Wooden Meaning Peak. Инвентарь. Кирка, ребятки. На букву F ставим кирку. Отлично. И чего? А, камень, смотрите.
Ребятки. Здесь я не спорю, здесь как-то, конечно, направлено это. То есть, и смотрите, я могу еще и копать вниз. А, то есть тут что, добыть что-то можно, что ли? Так, что-то такое чувство, как будто музыка. Что-то слишком громкое. Так, ну, явно мне тут... А, это я махаю. Явно что-то нужно копать. Так, что-то мне страшновато, потому что я выкопал... Такое чувство, как будто я куда-то туннель выкопал. А! Я прокопался в какую-то тайную комнату. Прикольно, ребятки. А здесь у меня... Уа, какая-то... Ну, я не знаю, что это такое. A wooden armor мне выдали, похоже. Along your adventures you will discover shards of light, like the one you just found. Шарды, шарды приключений. Похоже, в кузнице что-то с ними можно будет делать. И здесь что-то похоже с ними можно будет сделать. The choice is yours. Угу. Угу. То есть вот, как бы, путь мой. То есть теперь мне нужно сделать броню. New quest. Нажмем на И. И. А. Угу. Вот вам и строительство, собственно говоря. Так, броню пока не... Так, и вот строительство... Нет, буквы С же нужно нажимать. Так. Кстати, отлично. Просто нужно запоминать, куда вы что ставите. Хердстон какой-то я получил. Господи. Так, что дальше? Collect wood. Ну, то есть, дерево, похоже, мне нужно добыть. Дерево это не проблема. И вот смотрите, у меня какой-то... Чего-то написанного очень много. Ну, вот, броню, по крайней мере, я могу одеть. Могу, вот. Я такой весь в броне, и это уже хорошо. Так, кстати, мы, я так понимаю, будем заменять как раз-таки предметы, которые... И вот, то есть заменять предметы, чтобы пользоваться нужными нам, так скажем. Я так понимаю. Так, давайте в кузницу сбегаем, посмотрим, что здесь... Ну, тут же нас звали куда-то, говорили, типа... Ага, вот... кузнице, и нужно так вот это, вот этот материал, и тогда я получу before шторм какой-то. Смотрите, магия, что ли, круто. Ребятки, это круто. Мне буквально тут вот сколько, 15 минут прошло, мне уже тут очень нравится, и навалили всяческого, так очень много всего. Так, мне говорят дерево добыть. Давайте добудем, конечно, это вообще. Так, а дерево у нас добывается каким способом? А, мне куда-то туда говорят. Вот опять туда говорят почему-то. А. Сейчас, сейчас. Может быть, мне вот нужно тут построить, чтобы встать на это место. Ну, конечно же, наверное. Нет? Так, тогда я не понимаю, что мне здесь нужно сделать. Как... А, Harvest. Ну, Harvest, в принципе, это же вроде бы добыча как раз-таки. Ой. А, да, все, дерево нужно добывать. Все правильно, я понял, значит, изначально. Есть. Да, отлично. Wooden Longsword, говорят мне, скрафтить. И, кстати, я помню, там мне на какую-то магию нужно было вот этого немножечко добыть. Вот, вот так вот. Вот теперь вот можно идти и добывать. Кстати, вот давайте вот здесь вот уберем вот... Тоже не напрягает, в руках бегает. Ой, в руках держит, кстати.
А, Тарамошник. Нет, я думаю, может быть, на букву Т я смогу телепортироваться с острова на остров. То есть, ну, быстрее это как-то делать. Возможно. Кто знает. Так, хорошо. Теперь я так понимаю, я сейчас буду крафтить себе меч и скрафчу еще какой-то шторм. По крайней мере, вы по названию. Это круто. Так. А, ну у меня, в принципе, есть все. Или что? Вот так вот. Отлично. Чё-то вообще немерено тут всего. Платье какое-то. Смотрите, той, похоже, скилл какой-то. Ну, то есть, ботинки, мономаха, лук, факел, два меча. Это что-то на ружье похоже, но на самом деле это какой-нибудь, не знаю, что-нибудь. И какой-нибудь кумб какой-то. Невероятно. Буква Т. И опять у нас тут можно чего-то изучать. И вот даже не знаю. Вот смотрите, здесь Frozen Castle и Fire Maze. Страшноватенько. Давайте посмотрим, что у меня в инвентаре есть. Во-первых, у меня в инвентаре есть меч и щит. Ага, вот так вот. То есть я в любом случае должен что-то носить, да? Давайте тогда вот так вот заменим. Буду без прически ходить. Буду лысым ходить. Так, кстати, давайте на Е попробуем, что это такое. Это понятно. Это, похоже, ворота. На Е я кастую ворота, чтобы вернуться к себе на родину. Ха, бой. Ха. Вот, смотрите, защита, прикольно. Хоп, защита. Хоп, опять. И сразу защита опять. Прикольно, кстати. Прям и бой такой интересный-то получается. То есть я ударяю. Ладно, давайте, ну, прокачаем холод. Ох, нифига. Ребятки, у меня даже... Офигеть. Куда сжать? Что сжать? Так, где я? Это что вообще? А, ну давайте. Так, похоже, остров... скорее всего, да. Нифига, даже в этом не фиксировано. То есть, острова где-то появляются, они появляются где-то рандомно. Ну, где я захочу, так учится. Рука. Очень классно сделано. Прям... Смотрите, да, ледяной замок. Смотри, чё? Круто. И смотрите, мостик. Вот я вижу прям мостик. Отлично. Так, уберем. И вот, значит. Так, это радует. Это радует в том плане, что... Во-первых, давайте скрафтим то какое-то что-то крутое, по-моему, очень. Нет? А, вот здесь, ну, тиры, смотрите. Вот, можно переключать тир 1. Так. Это у нас что такое? Fire Arrow. А, стрела. Огненная стрела. Short Sword. А, это что такое? Какие-то бургеры. Меч. Факел, ботинки, еще лук, наплечники, копье. Это что такое? Crazy Heart. Честно говоря, не знаю, как переводится. Блин, а где? Вот. А, только у меня... А, у меня есть. Так. Давайте скрафтим, мне очень интересно. Заберем обратно и заместо кирки возьмем пока что и посмотрим, что это такое. Мне интересно. Или нет, или лучше. Кстати, сердце я вот, видите, поставил куда, и то есть оно. А, я думаю, оно освещает. Я сначала подумал. Но нет, оно не освещало. И сердце, вот оно, да? То есть это телепорт.
в принципе, он мне не нужен. Поэтому, ну, давайте вот оденем. А, кстати, а вот это вот я могу одеть? Это же тоже что-то вроде бы. Давайте попробуем. Вот искра. А, нет, ее надеть я не могу. Да, одеть я не... Значит, это ингредиент. Так. Так как уж вот выглядит на F такую прям воронка какая-то, то и используем мы ее где-нибудь вот здесь. Вот, я вижу. Ах, ничего себе. То есть это не магия какая-то. Какой-то кристалл я получил чего-то. Так, надо еще. Овечка, дай мне свое чего-то. Я, ну, явно что-то с нее получил. А вот что, я, честно говоря, не понял. Давайте попытаемся убить кого-нибудь. Гоблин, иди сюда. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, R, ставим щит. Это орк. Это прям орк. Но он рассыпался, конечно, смешно. Отлично. Рассыпаются они, конечно, вообще отлично. Ну, бой не такой сложный, как я боялся. Шлем. Отлично. Так. Шлем давайте оденем. Вот как раз мне за место шапки. Так, а что я получил? А, получил вот. Это... Похоже, это материал. Да, это материал. А, нет, можно одеть. И я теперь овечка. И чего это я? А что за... Бодаешь, что ли? Да, похоже, я бодаюсь. Забавно. Так, давайте еще этих замесим. Оп-оп. Ну, а да! На-на! Забодаю! Оп! На куски просто разлетелся. Ну, жизни, кстати, не так-то много, чтобы прям наглеть. Ух ты! Дырка, я чуть в нее, значит, не упал. Так, их сюда. Иди, давай. На! Я его забодаю. Есть. Ну, блин, мне жизнь не потратили, я смотрю немножечко. Ну-ка, ну давай. Ну! Отлично. Прикольно, очень прикольно. В том плане, что... Есть, я его просто забодал до смерти. И смотрите, у меня уровень прокачался на плечников, то есть теперь я прыгаю. А, у меня перекат теперь на букву Г, это такой более крутой перекат стал, наверное. То есть я прокачался немножечко и... Kills Giant Warrior. Но вот задание у меня убить гигантского какого-то рыцаря, не знаю, воина, да, Warrior, это воин же вроде бы, гигантский Warrior. Это я уже буду в следующей серии показывать, если вам понравится. Так что ставьте, не жалейте лайк как можно больше. То есть давайте 50 лайков, и я буду... Как вот наберется 50 лайков, я начну делать новую серию. То есть практически сразу. Так что ставьте лайки, не жалейте, подписывайтесь на канал. Игрушка очень интересная. Всем советую. Ссылочка на игру будет под видео. Скачивайте, играйте. С вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока.